не так, да, мы приходим к Богу, просим прощения, Бог прощает нас, мы чувствуем любовь Божью, но порой наступает в жизни христианина моменты, когда что-то идет не так, да, что-то нас огорчает, дети болеют, родственники болеют. И есть такой стих в Священном Писании: любящим Господа, да, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, который порой так тяжело принять в себе, но он так важен, Господь оставил его для нас, и псалом так называется: «Все ко благу». Налетели тут дожди и закрыли небо тучи, и куда ни посмотри, не видать того, что лучше. Но я знаю, можно все в этой жизни перекрасить, даже темно-серые тона могут жизнь твою украсить. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Даже если ты упал и разбил о камни руки, а потом сквозь слезы стал, не напрасны были муки. Прежде чем всегда стоять в этой жизни очень твердо, научись то расставать и лежать в грязи недолго. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит. Наше время на земле, краткий миг в начальной школе, мы готовимся к стране, где закон любви в основе. А пока молчит звонок, наш Христос, Учитель верный, продолжает свой урок по законам жизни вечной. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. Все ко благу, все ко благу, все ко благу в нашей жизни. И даже если враг все испортит, Господь усмотрит, Господь усмотрит.